Доктор, я умираю! Я умираю, я вам говорю, я умираю! Ну, дорогой, ну что вы говорите? Ну что? Слушайте, вы где эти слова произносите вообще? Вы куда пришли? Мне стыдно вообще! Вы где находитесь? Вы же не в какой-нибудь там бесплатной больничке! Вы находитесь в частной клинической больнице имени лошади Пржевальского. Лицензия 37-4-16-15. Что вы? У нас вы никогда не умрете. Спасибо, спасибо, доктор, спасибо. Пока не рассчитаетесь. За что? Ну как за что? Ну, во-первых, за каталку. Подождите, какую каталку? Я сюда своим пешком пришел. Дорогой, ну это же сюда. Обратно-то вас повезут. Еще неизвестно, в каком виде. Так что у нас маленькая предоплатка, $15. $15? А на что у вас эта каталка на 95-м бензине? Отсюда до выхода 10 метров. Да, дорогой мой, ну это же по прямой. Да. Понимаете? А вот санитар, который ее возит, он раньше таксистом был. Представляете, мерзавец. Да. Он приделал на каталку счетчик и возит всех по кругу, понимаете? Подонок! 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 Его уволить? Увольте! Ты уволен! Правильно! Подонок! Правильно! Подонок! У нас все для клиента. Да не волнуйтесь. Не волнуйтесь. И знаете что, я хочу вас предупредить. Давайте мы договоримся. Значит, или мы лечимся серьезно. Что значит серьезно? Ну, хотя бы долларов на 300. Или я умываю эти, как их, вот эти, вы поняли, я умываю. Да. Руки! Да-да. Лечить он собрался, даже не знает, как части тела называются. А мне не надо. Смотрите, вон у меня плакат, видите? Да. Человек в разрезе, видите? И на каждом органе своя цена за лечение. И вот эти вот, как вы их назвали? Руки. И вот именно вон они у меня там, по $20, понимаете? Так что, или мы лечимся серьезно, или я эти по $20 умываю. Садитесь, пожалуйста. Да, вам вообще не мешало бы их помыть в любом случае. Зачем? Микроб живет 4 секунды. Все болезни от чистоты. Да не волнуйтесь, дорогой мой, не волнуйтесь. Мы вас быстренько поставим на эти, как их, по $30. На ноги? Да. Спасибо, доктор, за скидочку. На плакате они у вас по 40. Дорогой мой, ну там же они прямые, а у вас? Ну сколько будет стоить пара колес, да еще БУ? 30-ка, не больше. Что же у нас? Совсем совести нет. Ну, давайте, ложитесь на кушетку. Стоп, доктор, вы мне сразу скажите, сколько мне это будет стоить? Использование кушетки? Да. Это ерунда. $25. $25? Да. Ты чего ж так дорого? Пусть ваша... Лучше я с вашей Зиной полежу на ней. Подождите. Что-то мне ваши нервишки не нравятся. Что? А ну-ка сядьте ровно. Одну за 30 на другую забросьте. Ну-ка, сейчас мы ее... Ха! Ух, как подскакивает. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну-ка, закройте оба по $5. Закройте, так. Выйдите вперед эти, вот как их все время забываю, по 20, ну. А? Ух, как дрожат! Ай-яй-яй-яй-яй! Скажите, а вот это вот в груди за $90 не покалывает? Покалывает. Покалывает, да? Покалывает. Особенно, если я пробежусь на этих, ну, по 30. Так. Сразу начинают покалывать за 90, по 90, да. Да. И потом вот здесь ёкает. Вот, за 29, да. За 29. Да, 29. Ёк-ёк-ёк-ёк-ёк-ёк-ёк. Особенно, если перед этим по 80. Что по 80? Где вы видите на плакате что-то по 80? Не на плакате, а по 80 это гжелка в рублях. О, дорогой мой, у меня такое впечатление, что вы грипп перенесли на этих по 30. Я? А ну-ка, подышите, этот за 24 не заложен? Нет такого на плакате. Ну как это нет? Вот же он, вон, видите? Вот. Нос? Так он у вас там по 6. Дорогой мой, ну ваш рубильник в 4 раза больше. Ну смотрите, 6,4, 24, 6,6, 36, 6,8, сколько будет? 12. Правильно, 68. Видите, у нас в математике все в порядке. Ну давайте, вставайте, поднимитесь. Ну поднимитесь. Оторвите уже эту свою за $60 от стула. Ну вот на чем сидите, да. Ну-ка, стойте. Закройте глаза. Хоп. Тихо. Вот это вот за $7 не кружится? Что? Голова? Ну да. Не, ну это фантастика. То, на чем я сижу, вы оценили в $60, а это всем из каких соображений? По степени важности для данного организма. Не, ну, что тебе?
тебе платная поликлиника, что бесплатная, все равно тебе нахамят, оскорбят, минуточку. Понимаете? Это что это я вам оскорбил? Я бы посмотрел на вас, если бы вам это оценили всем долларом. Так по-твоему я хам? Да, хам. Вот и вали отсюда в свою бесплатную поликлинику в районную, понял? Только... Я посмотрю, сколько ты после этого протянешь. Убери свои за 20 и закрой свои за 5. Закрой за 18, а когда за 30, за 50, за 50.